Отправиться на пляж или уделить внимание здоровью? Отпуск, как правило, всего 2 недели, и приходится выбирать, на что потратить это драгоценное время. А ведь совместить приятное с полезным легко. В зеленой зоне Тольятти среди могучих сосен, недалеко от живописного берега Волги, разместился санаторий «Надежда», который предлагает своим гостям и курортный отдых, и оздоровительные программы. Какие именно, узнаем прямо сейчас. Но для начала познакомимся с Надеждой, одной из самых востребованных здравниц Самарской области. Ее история началась более 20 лет назад. На большой и ухоженной территории разместились 2 9-этажных здания, готовых вместить более 200 гостей. В номерах разные категории комфорта, по-домашнему тепло и уютно, а с балконов открывается великолепный вид на Жигулевские горы и красавицу Волгу. Более 3500 человек ежегодно поправляют нарушения здоровья в этом санатории. Санаторий «Надежда» Тольятти всегда отличался от других санаториев своей сильной медицинской базой. У нас работает 3 кандидата медицинских наук, более 80 медицинских работников различного профиля, и общая численность у нас порядка 200 человек сотрудников, которые ежедневно заботятся о здоровье приезжающих к нам людей. Во время пандемии специалисты санатория разработали программу для восстановления и реабилитации пациентов, перенесших атаку COVID-19. Жизнь после вируса включает в себя диагностику и 12 видов лечения. Классические программы пульмонологической реабилитации, они строятся на 3 китах. Это дозированная физическая нагрузка, это аппаратная физиотерапия и ингаляционные методы. Все эти 3 кита входят в нашу восстановительную программу. Это реабилитационная капсула «Санспектра 9000» – аппарат для комплексного оздоровительного воздействия на организм с помощью цвета, арома, музыкотерапии, массажных вибраций, ингаляции ионизированным воздухом. А так проходит прессотерапия – аппаратный массаж, суть которого заключается в механическом воздействии на тело сжатым воздухом. Терапевтический эффект от процедуры основан на активизации тока лимфы по сосудам и ускорении выхода жидкости из межклеточного пространства. Во время данной процедуры пациент словно оказывается в горах, вдыхая их целебный воздух. После такого путешествия люди забывают про бронхиты, астматический кашель, изнуряющие простуды. А сейчас на проблемные участки тела пациента воздействуют с помощью электростатических импульсов, которые генерирует аппарат «Хивамат». После лечения в тканях вокруг клеток, в лимфатических и кровеносных сосудах могут прийти в норму обмен жидкости, ликвидироваться застой, возрождаются обменные процессы. Эту процедуру врачи санатория «Надежда» назначают в том числе при восстановлении женщин после мастектомии. Эта программа хороша тем, что не просто женщин мы лечим, мы их и обследуем. То есть первый модуль у нас диагностический. То есть такую женщину у нас осматривает доктор. И очень большой плюс, что у нас такую женщину смотрит еще хирург-онколог, который есть в штате нашего санатория. Кроме осмотра женщины, мы измеряем объемы конечностей, мы выполняем реовазографию, то есть исследование сосудов на стороне поражения. Сравниваем сосуды на стороне поражения и здоровые конечности, делаем выводы о том, какое лечение необходимо данной женщине. После 2-недельного курса лечения пациенты отмечают уменьшение боли, увеличение подвижности в плечевом суставе на стороне поражения и общее улучшение настроения. Рука прекрасна. Я же вот сказала, хоть сейчас скрипку бери и играй. Люди, которые здесь работают, они, конечно, приносят очень много радости нам, пациентам, санатория. Санаторий оснащен самым современным оборудованием, позволяющим проводить рентгеновскую денситометрию. Улучшенная технология позволяет выявить малейшие изменения в кости. Аппарат оценивает риск перелома на 10 лет вперед и может помочь на ранних стадиях диагностировать остеопороз, пройти лечебный курс, избежать инвалидности. А для тех, кто хочет просто отвлечься от городской суеты и отдохнуть в тени могучих сосен, в «Надежде» доступна программа «Уикенд выходного дня». Мы подобрали определенный набор процедур, позволяющий дать организму отдохнуть, набраться сил и с новыми этими силами войти в новую рабочую неделю уже более свежим, здоровым. Благоприятное воздействие водных процедур на организм и настроение человека – известный факт, поэтому в «Надежде» работает бассейн, где можно как расслабиться, так и позаниматься акваэробикой.
скучать отдыхающим не придется. Гостей санатория ждет насыщенная культурная и развлекательная программа. В «Надежде» есть кинотеатр, бильярд, читальный зал. Кроме того, для детей часто устраивают праздники с веселыми аниматорами. В уютной столовой санатории, рассчитанной на 150 посадочных мест, предлагают трехразовое питание. Меню на ближайшие 3 дня можно выбрать в специальном терминале. Меню разнообразное, несколько видов у нас гарниров, мясных также, салаты. Питание у нас очень сбалансированное, вкусное, питательное. В рацион обязательно входят различные фиточаи. Их назначает врач и принимаются отвары за полчаса до еды. После сытного обеда отдыхающие могут не только погулять на ухоженной территории санатория. В шаговой доступности находится городской пляж и яхт-клуб «Дружба», где открываются неповторимые виды на природные богатства Самарской области. Всем хорошо известно, что в здоровом теле здоровый дух. Потому санаторно-курортное лечение бесспорно один из лучших вариантов для отпуска. После него прилив сил и положительных эмоций обеспечен. А «Надежда» гарантирует европейский уровень отдыха без длительных перелетов и акклиматизации.